Ну что, ребята, вот сейчас сами все видели, приехал к нам замерщик очередной, то есть прошлый замерщик, мы его не сняли, как-то закрутились, не получилось, нам предложил 16 тысяч со скидкой 14 800, ну грубо говоря 500 рублей квадратный метр. Этот замерщик... И то без балок. Да, без балок. Этот замерщик, вот показываю сюда, обойти вот каждую балочку, обойти каждую балку, мы договорились, как вы слышали, за 11 500. Но это уже, так сказать, 3 300, это, ну, не знаю, для нас это деньги, 3 300. Стену заштукатурить. Да, стену, ту же одну стену заштукатурить. Поэтому договорились, что вызываем штукатуров. Нам штукатурят быстренько, в течение 4-5 дней, пока высохнет все. И, естественно, туда надо это не светит, у меня не видно, не плода. И, естественно, потом уже вызываем их. А, я делаю брусок наверху. И вызываем их, и они нам натягивают. Ну, 11 500 это более-менее приемлемая цена. Вот, ну, мы и хотели, мы да. Еще 9 хотели вообще. А здесь вот я буду сейчас делать брусок, к которому приворачиваться. Вот так вот прикрутил два самореза, чтобы знать нижнюю точку, где будут у нас сходиться вот эти пенопластовые листы. Ну, я как нижнюю знаю. Это у меня саморезы так сошлись. Сейчас мы померяем рулеткой. Ой, рулеткой метром. Где тут у нас? Ну да, 10 сантиметров, кстати говоря. Почему так у меня получилось, не знаю. Ладно, для нас, мне нужно сейчас сделать выкройку, чтобы к этой выкройке уже мастить брусок под натяжной потолок. Все-таки решили мы делать натяжные потолки. 11,5 тысяч нас вроде как устроило. Давай, милая, листок короткий, надо большой лист. Вон он, здесь большой. Вот. А, ну давай. А мы вообще с чего начали-то видео? Мы поздоровались или что? Поздороваемся. Идет время. Я выключу. Так. Примерно. Опа, угол у меня большой получился. Переделываем. Опять большой угол.
тебя почта Опера, да? Как тебе почта называется? У меня Майлова. Сделайте его сами. Рисую здесь вот такой чертежик, чтобы мне выкройку сделать на брусок, который я сейчас буду пилить. Вот таких штук, вот таких вот выкроек, только из дерева, у меня должно получиться, сейчас я вам скажу, раз, два, так, здесь раз, два, три, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 или 12 штук. Ну, естественно, они будут, вот эти края, подальше. Лучше сделать это из фанеры. Посмотрим сейчас, что получаться будет. Есть у меня вот такая циркулярочка. Вот она. Опа! Тут морозы стояли. Вот она. Вот она, рыба моей мечты. Кожух этот не могу снять. Тут с осени положил. А тут у нас что? Вот так вот. О! Сейчас будем пилить. Пилить, готовить на потолок. Перед тем, как пилить, сейчас сделаю разметочку по выкройке. Так, вот я начертил, видно, не видно, вот видите, пойду пилить. Циркулярка с прошлого года не включалась, попробуем. Как бы разогреваю ее маленько. Сегодня на улице достаточно тепло, где-то 10 градусов. О, посмотрел, даже 8. Погрейся. Отошел подальше, то вдруг фильт отлетит. По идее, это мне вот такая и нужна. Сейчас пойду померяю. Срезать, не срезать вверх, даже не знаю. Так, вот видите, что я сделал. Всю угол правильно соблюдел. Соблюдел, не знаю, как правильно. Вот. И вот эта плоскость мне нужна. Вот к ней я потом буду прибивать брусок. И вот таких штук мне, я сейчас еще раз пересчитал, ну, минимум нужно 7 штук. Если я вверх срежу, вот этот вверх, мне будет легче ее подгонять. Наверное, все-таки я вверх уберу. Чуть-чуть срежу. Срежу вот так вот, срежу. Потому что мне будет туда-сюда легче лавировать. Это что-то подстрагивать. Угу. Ладно, будем делать. О, видали, я какую сделал. Теперь вот так вот раз, прилеплю. А вот это место я потом запеню, когда все выставлю. Буду делать 7 штук. Так, ну вот я напилил этих брусочков.
Сейчас вам покажу поближе. Тут вот уже откручиваю. Это монтажные эти пробки были, которыми я прикреплял пенопласт. А вот здесь вот, вот этот брусочек, вот он, я его уже прикрутил на 4 самореза. Еще 2 надо. Ну, вот так он держится уже плотно. И вот сюда у меня будет брусок, как я вам и рассказывал. Вот, а там у меня вентиляция, еще надо кирпичом сделать. Короче говоря, вот таких брусков у меня будет 1. Так, вот здесь 2, 3, 4, 5, 6, ну, не знаю, 7-8 штук их надо, короче говоря. 7 это минимум. Продолжаем работу. А, вот они, эти шурупы, видите? 1, 2 закручены, третьего нет. 1, 2 закручены, третьего нет. Здесь я устроил себе подмостик, закрутил вот их саморезами. Вот немножко торчит, как раз отсюда хватает доставать. Ну, сейчас дальше туда наложу досок.